Всем привет, друзья! Продолжаем проходить игру Devastation. Сегодня у нас миссия под названием «Река отходов». Городские бои уже идут несколько дней, и мы видели множество стычек на этих истерзанных боями улицах. Базы и прилегающая территория были зачищены, и мы готовы начать разведку боем. Мы не совсем уверены в мотивах Курта и Глена, и их связях с Даффи, и в том, что на самом деле является их целью. Со всеми этими совпадениями я не могу отделаться от ощущения, что наши планы были каким-то образом предопределены заранее. Очевидно, что Даффи была изначально увлечена во что-то значительно большее. Но как бы то ни было, они не теряли времени зря и хорошо сражались и заслуживали доверия, и делились нами своей технологией. Они подтвердили информацию о тайном восстании, а также о захвате лидера сопротивления Шибуя. Токио все еще был внешне относительно спокойным, но было запрещено выходить на улицу, и отряды усмирения находились в полной боевой готовности. Нашим лучшим шансом было использовать подземную канализационную сеть, чтобы пробраться в Шибую, которая находится менее чем в 50 километрах отсюда, и попытаться спасти этого загадочного лидера сопротивления. Так, ну погнали. Держите уши открытыми, когда вы передвигаетесь под водой. Не забывайте использовать взрывающиеся предметы типа плавающих бочек, стреляйте или даже бросайте их, если это необходимо. Давай попробуем. Так, крыса. Робот-крыса. Что у нас есть? А у нас только робот-крыса. Что делаем? Идем? Куда идем? Что нам надо? Найдите путь к Зангае. Так, тут ребята у нас сидят наши. Разберутся. Ну что вы, ёпта? ТМП. Так, научиться опять заново надо играть в эту игру. Давно не играл. Давно, точнее, не записывал. Видос у вас-то это понятно, там прошло несколько часов, может быть, дней. Парочку. Хотя фиг знает. Есть патронов. Давай, 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 давай. Готов. Все, положили. Так, сохраниться. Не забываем. Ёб твою мать. Готов. И двери не открываются? Не открываются. Ладно, идем далее. Винтовка. Так, закройте клапаны, чтобы убрать газ. А нам, получается, туда нужны. По-любому кто-то наверху, наверное, сидит. Ёб твою мать.
Как ее ёбнуть-то? Твою ж мать. Ты издеваешься, что ли? Сукетла нахуй. Во. Да уйди ты, блядь, у меня с дороги. Еще одну надо найти. Собственно, ничего и нету. Может, в другую сторону там от входа надо пройтись. Туда, может? А, погоди. А что тут? А, вентиль, ёпта. Ой. Блять, ну у меня только 2 хп. Бля, мне так кажется, или она подлагивает, игра? Все равно какой-то вот просадочка есть, как будто какая-то. Странно, что процессор почти в сотку забит. Это очень странно. Охуенно. Ну ладно, здесь хотя бы есть этот, херня эта. Давай возьмем пока пистолет, там наберем. Это куда у нас выходит? Так, я где-то тут отъехал, да? Но тут уже ничего не осталось. Великолепно. Хорошо. Не понял. Чё? Ну давай попробуем еще разочек. Не говорите мне, что мы эту игру закончим на этом. Так, perfect. Download. Отключите вражеское заграждение. Похоже, нам сюда. Да, нам сюда. Залупок какой-то бродил только что. Дай мне поднять оружие, что ли. Блять, вездемет. Есть.
А вон этот хуй. Какая эту херню заебнуть. О, готово. Свинина. Так, идем далее. Ну вот, собственно, и лазерное заграждение. Defense perimeter is being disabled. Уничтожьте генератор. Ебать их там. Регенератор. Все, самое главное эту хуйню убрать. А, можно было даже не высовываться, сквозь решетку эту стрелять. Так, влупили. Еще. Сучок, блядь. Все? Все есть. Выкидываем нахуй вот это все говно. ТМП этот говно. Автомат. Берем автомат, так, и идем туда, да? Блять, ну понятно, можно было там не набирать оружие. Ладно, сохраняемся. Следующая миссия у нас будет Зангай. Но будет уже в следующем видосе. Пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии. Увидимся в новых видосах и стримах. Всем пока.